Лечение сахарного диабета второго типа может строиться в двух направлениях. Первое – это жесткий контроль углеводов в продуктах питания, а также белков, жиров, насыщение организма витаминами, микроэлементами, постоянный прием сахароснижающих препаратов, а также в случае развития осложнений сахарного диабета в виде атеросклероза сосудов, либо диабетической ангиопатии, вам необходимо дополнительное лечение еще этих состояний. И процесс продолжается годами, десятилетиями, обрывается, к сожалению, осложнениями сахарного диабета. Второй подход к лечению сахарного диабета – это применение народных средств, средств народной медицины. Ну, разумное применение. Ну, на эту тему написал уже не одну брошюру, опубликовал. Вот. Это все здорово. Основная точка обмена веществ, ключевой момент – это состояние печени. Если вы устраните инсулинорезистентность печени, восстанавливается обмен углеводов, и вам уже не нужно так жестко контролировать углеводы в продуктах питания, а также восстанавливается обмен белков, жиров, и все осложнения откладываются в перспективу, причем не отличаться будут от других слоев населения, которые сахарным диабетом не болеют. Ну, на эту тему написал книжку «Что делать, если у вас есть печень». Вот, восстановление печени, 4-месячный прием препаратов для печени восстанавливает ее, инсулинорезистентность исчезает, и вам уже не нужно так жестко контролировать ни углеводы в продуктах питания, ни белки, ни жиры. Если вам необходимо излечение сахарного диабета второго типа, обращайтесь.